당신의 오늘을 말해줍니다. Grandeur, new luxury. Про Грандер, что обидно, ни разу так и не запилил полноценный обзор. Блин, у меня дважды главное было, и 2007 года машины, и 2008. И ни на одну я так обзор не собрался сделать. Короче, это самая недооцененная и самая крутая тачка до 500 000 рублей сейчас уже. А он и тогда, 3 года назад, когда я смотрел, он уже тогда был, в принципе, до 500. 450-500 средняя цена была. Ну, типа топовая комплектация 2008 года, рестайлинг, он идет, даже до сих пор народ пытается их продавать по 600, по 650. Вот был у нас сосед, кстати, он на Вишневом катался, у него за 600 тысяч купили его, там даже, по-моему, за 630 он у него был выставлен. Но что-то то ли за 600, то ли за 630 забрали вообще буквально за несколько дней, вот он выставил в Питере. И приехали, и купили сразу, но там потому что всего 2 владельца у него было, и пробег был, по-моему, до 150 тысяч, он вообще там девственный практически был, офигенный. Так вот, короче, Грандер — это самая реально недооцененная у нас машина, я считаю. Это, блин, бизнес-класс, причем он полноценный, он, конечно, корейский, да, но он, вот у меня был момент как раз, я на Грандере там проездил, по-моему, почти 9 месяцев, это для меня рекорд был, потому что я обычно гораздо чаще продавал машины и менял, там, 3 месяца, 4, 6 я катался, мне надоедало, я хотел что-то еще попробовать. Но на Грандере тогда это первая машина была после Дюранды, на которой я проездил 8-9 месяцев тогда, всю весну, все лето и даже осенью еще проездил, до зимы практически. Но, короче, что-то просто мне тогда захотелось что-то нового, поновее, именно посвежее. Машина была 7-го года, я так подумал, блин, на что поменяться. А поскольку продать Грандер очень тяжело у нас, хотя бы даже за 500 000, реально тяжело, он месяцами висит. Вот, и я смотрел, думал уже к зиме, блин, быстрее, быстрее, до Нового года. Я просто предложил чуваку поменяться на Passat CC в тот момент. А Passat CC был, по-моему, 10-го года, если не ошибаюсь. С косячным мотором 1.8, вот с этим уродским, блин. С DSG, с этим сухим сцеплением. Короче, полное говно. И я, ну, убедился в этом. Просто хотел поехать, посмотреть. Вот. Убедился, что Passat это тех лет, до 2012 года, это полное барахло. Конечно, на тот момент, вот когда Passat еще первые CC-шки были, по-моему, 2009 год, 2008 года, я не помню, это очень редкие машины. Но 2009 года, конечно, по салону, по всему, он мне тогда на тот момент показался современнее лучше, чем Grandeur 2007. Но после этого, когда я год спустя купил еще раз, повторно уже нашел Grandeur 2008 года, вот я могу сказать, что 2008 года, а если еще найти в полном фарше, там, с люком, там, руль где-то под деревом, вообще все-все-все там, он круче реально, он реально лучше, чем Passat CC и Passat тех лет. Причем сейчас объясню почему. Потому что тачка, во-первых, по салону в нем места значительно больше, чем в CC-шке и в Passat. По сути, Grandeur — это аналог Superb. Вот. А у него багажник чуть меньше, чем у Superb, но опять же, в общем-то, не, даже больше не по объему, в глубину просто меньше. У Superb у него в чем фишка, что он лифтбэк, у него просто в глубину багажник огромный. А что касается ширины и длины, то тут Grandeur ему не уступает. Вот. А сама вся тачка чем крута? Значит, у тебя есть, например, ну, 500 тысяч, даже 400 тысяч, если есть, сейчас гриню 7-го года можно найти, люди за 380 она продают. А проблема с ним сразу скажу одна, у них большущие пробеги. То есть найти машину, которая была там в одной семье от одного владельца, и на которой до сих пор за 10 лет проездили там всего лишь 100 тысяч, это как бы чудо. Но такие машины есть, они всплывают. Предположим, если Грандеров примерно в среднем их 30-35 штук по России продается одновременно, плюс-минус. Это машина 2006 до 2009 года. Можно посмотреть и на Авито, и на Автору. А я когда искал, тогда вот я загорелся этим автомобилем, я не мог найти реально. То есть, ну, мне не хотелось в другие города куда-то далеко лететь. Они в основном по регионам были. В Питере было всего 2 машины. 2008 год тогда вообще в продаже не появлялся. Я не мог никак найти, хотя очень хотел попробовать. А 2007 год было 2. А я тогда еще 3-й поехал, смотрите, он был совсем отжатый. Короче, пробеги там космические уже тогда были, 3 года назад. Уже за 200 тысяч было большинство машин. А сейчас всплывают в объявлениях, причем даже к этим, не к перекупам, а в салоны, типа Рольфа заходят такие машины. Кто-то на них, видимо, долго катал. Короче, там пробеги 350-400 тысяч уже легко. Вот. Ну, о чем-то говорит, тачка реально очень выносливая. То есть вот на Грандере без капиталки мотора, коробки, без серьезных вложений каких-то в подвеску спокойно можно 200 тысяч ездить. 200-250 вообще ничего, только плановое. А на первом Грандере 7-го года у меня был пробег 165 тысяч, когда я его покупал.
А второй Грандер 2008 года я купил, блин, но я его купил просто потому, что очень редкий случай, когда машина от одного владельца, всего лишь один дядька ездил с 2008 года, он его купил, по-моему, в конце 2008, начал там активно ездить с 9, но он на нем с 9 года за 10 лет, сейчас сколько, не, за 9 лет, это было в том году, значит, за 9 лет он на нем, блин, проехал 240 тысяч накатал. И машина была вот внутри по салону, как нулевая, вот фотография. И сзади на втором ряду на сиденьках никто не ездил. То есть он вообще был как, ну, блин, просто идеальный. Я тогда почему его купил? Взял его ровно за 500 тысяч рублей. А я даже не торговался. Там у него еще цена была, по сути, 515, и человек за 500 сразу согласился отдать. Потому что он знает, очень долго их продавать, очень они неликвидные. И, естественно, ну, как сказать, с таким пробегом за 200 тысяч, естественно, люди боятся. Все хотят машины найти там 40, 50, 60 тысяч пробега. И те грандеры, которые я видел с пробегом до сотки, их там буквально две машины такие за все время всплыли, вот за 3 года, сколько я наблюдал, их моментально купили. Вот они появились, и их за несколько дней, в течение 2-3 дней забрали. Я так понимаю, там вопрос времени, только кто первый доедет, ну, из интересующихся, и все, забирают. Тачка с чем хороша? Да, она не ликвидна, то есть ее трудно продать, но зато, с другой стороны, значит, она неугоняема, к ней никакого интереса нет. Это тоже плюс. И самое главное, что до 500 штук за те характеристики, которые у него есть, как бы ничего лучше не найти по таким параметрам. Значит, он очень здоровенный, он очень просторный, моторы либо 2.7, либо 3.3. 3.3 с цепным приводом, но там такая тема, что... Если говорить про обслуживание, цепь поменять дороже, чем, естественно, комплект ГРМ стоит. А там долго ходит, 200-250 тысяч люди, ну, примерно 200 тысяч пробега их народ меняет. Ну, понятно, сейчас, если будешь на тачку такую искать, то попадешь, скорее всего, на замену цепи. Ну, если только прям не очень заботливый владелец был, который это уже сделал. Я оба раза склонялся, ну, мне просто, не знаю, так повезло. 2.7 были обе версии. 2.7 мотор, он реально хорош. Но он, конечно, как сказать, он прожорливостью своей отпугивал еще тогда, по городу именно. То есть 2.7 объем, от него никуда не деться, и несмотря на то, что всего 190 лошадок в нем, 192 лошади, едет он достаточно бодро, он не супер быстрый, у него, по-моему, разгон там 8 секунд, по-моему, до сотки он едет. Но это нормально, блин, для седана он бизнес-класс полноценный, то есть он огромный. Он не такой гигантский, как этот, как сказать, что там идет, Quoris. Понятно, Kia Quoris или Genesis, ну, Genesis, да, больше он будет новый, вот, но все равно он очень здоровенный, очень просторный, в нем впятером вообще спокойно можно ездить, 2 человека, 3 сзади, и вообще проблем нет, кожа очень качественная, причем я его сравнивал с Грандером следующего поколения, который был с 10 года и 12 годов выпуска, в старом лучше реально, но место, кстати, я думал изначально, что в Грандерах 10-12 года, следующее поколение, я думал, что у них места больше будет. И, в принципе, так оно и получилось. Но это спереди для водителя. Я ездил, сравнивал. То есть спереди для водителя, для ног, если ты там реально высокий, там, двухметровый чувак, тебе в следующем Грандере даже еще комфортнее будет. А вот сзади, мне показалось, что сзади место для пассажиров больше все-таки вот именно в том поколении, 7-8 года. У него простая коробка-автомат, 5-ступенчатая. То есть там никаких проблем нету. Карабас ходит долго, но, короче, тоже есть нюанс, про который я случайно вообще в каком-то отзыве прочитал. А потом еще и убедился как раз на примере этой машины 2008 года, которую купил. В общем, все грандеры до рестайл, которые были со светлыми такими деревянными вставками, дреснялыми, я когда первый раз покупал, я даже не обращал внимания, не парился. Но по факту это, конечно, ну, как сказать, такое спорное решение. Для тех лет нормально, очень красиво выглядело. Сейчас, конечно, уже не то. Короче, вот эти все машины со светлыми вставочками до 2008 года, они с очень надежными карабасами. То есть они там 200, 250, 300 тысяч выдерживают, ходят. Особенно если ты ездишь не только по городу, по трассе, там ресурс просто огромный. И с мотором, с этим 2.7, там ничего не случается, очень надежный. А вот если брать машины 2008 года, там, короче, было... А коробка как бы одна и та же, но типа две ее модификации. И вроде как количество передач одинаковое, но типа, которое было второе поколение этой коробки, там другая маркировка, в интернете можно посмотреть, она более капризная. Вот у нее там какая-то проблема, значит, на нее доп. Радиатор охлаждения на эту коробку ставили. Вот ту машину, которую я брал, на нее уже дядька установил. Причем ставил он этот радиатор там, значит, на пробегах там небольших совсем, 100 с лишним тысяч. Но в итоге он все равно сделал профилактический, условно, такой ремонт. Переборка коробки, он где получилось, у него была на 180 тысячах. То есть он на 180 тысячах сделал, но это не капиталка, там просто фрикционный пакет, еще что-то. Там такой полуремонт, ну, я не знаю, там тысяч на 20, на 30, грубо говоря. Она начинает пинаться, симптомы такие. Очень, как бы, непредсказуемо переключается с первого на вторую, на вторую на третью. То есть вообще
на исправной никаких пинков, рывков быть не должно. С первой на вторую такой еле заметно есть, все остальное вообще. Как только такие симптомы появляются у грандеров на этом карабасе, все, значит, надо лучше сразу же поехать и какие-то там эти внутренности поменять. Это не очень дорого. По запчастям вообще недорого, потому что корейцы и реально недорогие запчасти. По взаимозаменяемости с грандером, но очень много от Соната запчастей. Это классно. Потому что Соната очень много было и 2008 года, и последующих лет. Грандеров заметно меньше было, но все равно тех лет машины, они взаимозаменяемые. Это очень красиво. По подвеске там что-то подходит. То есть в плане обслуживания вообще никаких проблем. Тачка реально недорогая. А новые, при всем при этом, почему их еще мало было? Они тогда достаточно ядерно стоили. У них немного, видимо, они промахнулись с ценовой политикой. Но, блин, покупать машину, прикиньте, 2007 год был Грандер, 2008, они тогда стоили что-то в районе 1 200 000 1 300 000 уже тогда. Ну, в принципе, блин, 10 лет назад это дофига было за тачку. При том, что это, ну, понятно. Тогда все брали, да и сейчас продолжают брать Camry. Toyota Camry, да, прямой, в общем-то, это прямой конкурент Грандеру, в общем-то, Camry. Хотя она все равно не такая мягкая, нифига. Она... Многие думают, там, раньше я видел, писали предыдущие вот камрюхи тех лет, они типа валки такие, вальяжные, все дела, ни хрена. Она Грандеру проигрывает в этом плане. Ну, по руляшке плюс-минус то же самое. То есть, Hyundai, конечно, в плане управления, он действительно он такой валки, неторопливый, неповоротливый, но в плане подвески, я вообще считаю, это идеальная тачка вот в обозначенном бюджете. До 500 тысяч ничего лучше с более мягкой, непробиваемой подвеской не найти. И мотор тоже, на самом деле, если ездить по трассе, у меня расход по трассе на нем рекордно был, вот когда ехали как раз меняться на ЦЦ, у меня 6 литров расход по нему был. Ну, это такой рекордный, прям вообще фактически, считай, как накатом ехать. Ну, средний расход 7-8 литров. Вот по трассе ты едешь до 120, до 130, там вот такая скорость. То есть средний расход реально маленький. 92-й бензин еще к тому же. А по городу, да, по городу как едешь. Потому что, как я и говорил, от объема никуда не деться. Почти 3-литровый мотор, и машина достаточно тяжелая. И он, соответственно, где-то будет в районе 14 литров. Город — это вот обычные условия. А если тяжелые условия с пробками и зима еще, холод, прогрева, то легко 16 литров. Это на 2,7. А 3,3 еще, ну опять же, еще больше объем. У него там типа разгон на секунду, что-то, по-моему, больше чуть-чуть. Но он, кстати, 3,3 многие хвалят, он очень прям хорошо ехал для того времени. Сейчас, конечно, это уже ни о чем. Там лучше 3,3, если хочешь прямо комфорт и динамику, бери 3,3. Но здесь, опять же, приходится выбирать, что в продаже всплывает. Потому что они раскиданы вообще по всем уголкам страны. А хорошую машину можно ждать реально годами. Я вот с того момента, вот как купил тогда 7-го года и 8-го, в Питере всего лишь один раз в промежутке за это время, когда я уже на Грандере ездил, всего лишь один раз была хорошая машина, вот там какой-то, ну там вообще какой-то смешной пробег был заявлен, 80 тысяч, я даже не уверен, но вообще на фотографиях как новый был. Ее моментально купили, просто редкость, но она за 650 вообще продавалась. А тут надо просто смотреть, есть ли в этом вообще смысл, потому что можно взять типа по верхней цене, по рынку за 650, типа, с минимальным пробегом и т.д. А с другой стороны, можно взять, например, за 450, на 200 тысяч дешевле. Причем и 8-й год тоже, как бы, продавцы двигаются, владельцы. За 450, за 470 реально, блин, это офигенная машина. Там все есть. Там, блин, эти, все в электро, все подогревы сидений. То есть шторка задняя на стекло есть, поднимающаяся, опускающаяся. Здесь, блин, вплоть до того, что там даже пепельница есть в этих дверях задних, такие открывающиеся. То есть там в плане комфорта в этой тачке, это не представительский класс, там нету прям такого гигантского пространства для задних пассажиров, как там, в какой-нибудь семерке BMW там, или в Genesis внушал. Но она как бизнес-класс, она охеренная. Вот нету ни одной тачки до 500 000, а сейчас уже даже в районе 400 тысяч, которая бы его вот превосходила по характеристикам в эти деньги. Вот реально нету. Я когда смотрел себе седан, ну, есть отжатые ЦЦ-хи и Пассаты, да. То есть тех лет, 8-го года, типа, вот там конкурент Камри, понятно. Ну, Камри вообще, то есть она очень скучная по сравнению с Грандером, и все. И это вот тут как бы вариант, если не брать Тойоту, что брать? Вот то Hyundai остается, и для особо упертых Пассат. Но Пассаты, опять же, у них косяков гораздо больше и по моторам, и по коробке. То есть это, блин, это там вероятность попасть на масложоры, на плохое сцепление или мехатроник, робот, гораздо выше. А Грандер, если нормально его посмотреть, и там как бы все нормально, не загибающееся, он еще долго и долго будет ездить. Вот. В плане комфорта вообще просто оптимально. Вот у меня не было более комфортной машины,
сколько я их уже поменял, перепробовал. Ну, вот из седанов вообще ни одной тачки. Даже Optima. Я, кстати, могу сказать, почему я Optima взял. Optima мне чем-то Grander напомнила по оснащению, по всему. Но только, типа, более новая. То есть, там я брал годовалая машина. И я думал, что, блин, ну, Optima, она же более новая, современная, она фаршированная. Я, в принципе, на ней прокатился. Даже что-то... Она именно по габаритам мне показалась очень похожей. Подвеска не сильно прям жесткая была. Я думаю, ну ладно, круто. Вот вместо Grander будет Optima. Но по итогу, когда я немножко уже распробовал, поездил, блядь, шумоизоляция, самое главное, в разы, ну, как в разы, ну, хуже реально. Вот в Grander прям тишина. Ты, блин, сел, дверь закрыл, все, у тебя абсолютно тишина вот на улице. Вот как сейчас едем, вообще ничего не слышно. У тебя мотор бесшумно работает, и ну, в целом шумка, ты сидишь как в танке, как в сейфе. А в Optima очень шумная, блядь, там конструкция подвески, и сам все шумоизоляция говно изначально. Вот, поэтому... Я как бы для себя дальше просто решил, конечно, хочется типа более новую, более свежую машину, чтобы на гарантии, это все понятно. Но, блин, ты покупаешь новую Optima за 2 ляма, вот сейчас, вот реально, за 2 ляма, и ты можешь купить точно такой же гран, ну, условно, машину такого же класса, уровня 2008 года, не за 2 ляма, а за 400 тысяч рублей, и она будет лучше в плане ходовых характеристик, в плане шумоизоляции и всего. А по расходу топлива плюс-минус, ну, то на то, 2.4 Optima и 2.7 Grander, там у меня разница в расходе была, там, ну, литр, блин, может быть, там разница была. То есть это вообще ни о чем. И реально я так для себя подумал, блин, вот люди, ну, вот ты можешь купить за 2 ляма либо одну, типа, тачку такую хорошо нафаршированную, упакованную, либо ты можешь за эти деньги 5 машин купить, ну, практически 5, ну, хорошо, да, 4, хрен, 5 много, 4 тачки можешь купить. Ты можешь купить, блядь, Grander, Passat, но я просто говорю, сравнение. Вот, конечно, они в цене упали. Но самое главное, что тут речь о том, он, та машина тех лет комфортнее, лучше. Она мягче едет, она тише едет. Она по динамике ничуть не хуже. Она дешевле по расходникам, самое что смешно, вот этот Hyundai, вот если даже Grander брать, он дешевле по расходникам, чем Optima, и там, по деталям подвески, по всему. Поэтому, как бы, вот ничего лучше реально пока, к сожалению, нет у нас на рынке. Ничего. Passat, он все равно он меньше, он жестче. У него, я говорю, проблемная коробка мотор. То есть это не конкурент абсолютно. Это просто другая машина получается. Я их сравниваю. И вот как бы вопрос. Их очень мало реально. Их, потому что... А все просто. Их почему так до хрена... Ну так вот, если правде в глаза посмотрим. Почему так до хрена на вторичке Passat'ов, Passat'ов CC, вот тех лет и позже? Почему их реально столько много постоянно в продаже висит повсюду? В одном Питере, блин, там просто десятки продается постоянно, но потому что они с проблемами. Потому что, по сути, Passat, если мы берем сравнивать, я же менял Grander на Passat, я про сравнение понимаю теперь. Если их сравнивать, да, Passat тех лет и CC-шка, она лучше, чем Hyundai, да, Volkswagen в то время, по крайней мере. Он был реально лучше, то есть он, в нем как-то все такое более аккуратно, подогнано, более интересно, приятно. Он такой, он реально более технологичный, да. Конечно, не, типа немец более технологичный, чем кореец. Да, такое было. Но фишка в том, цена у него такая же сейчас уже, у них ценники сравнялись. Что Grander, что любой из Passat в CC-шке одних лет. Но при этом в плане комфорта и надежности фигня. Полностью вот этому корейцу проигрывает. И обслуживают дешевле при всем при этом. И геморроя не будет. Берешь, ищешь, тратишь какое-то время на неотжатую машину за 450 тысяч рублей, ну край за 500 покупаешь. И просто наматываешь еще десятки тысяч километров, можешь не один десяток намотать успеть. И у тебя, и ты всегда спокоен, ты уверен, что у тебя с коробкой все нормально, с двигателем все нормально. Но с коробкой, опять же, вот эта поправка есть. То есть тут надо иметь в виду, что вот эта вторая версия коробки 2008 года, она получается не очень, как сказать, надежная в каких-то аспектах. То есть с ней может повезти, а может не повезти, в общем, вопрос. Тут надо. Поэтому я бы, блин, 2007 года, конечно, уже брать не хочется. Я бы не стал брать, честно говоря, в третий раз машину 2007 года. Просто потому, что у него оформление немножко попроще. А вот если, я так подумал, если как-нибудь Grander 2.7 или там 3.3, неважно, всплывет, прям вот просто фактически в идеальном состоянии, там, с минимальным пробегом, ухоженный, я его в третий раз вообще готов купить. Это вот просто, я даже раздумывать не буду. И пофиг, что ему 10-12 лет, он очень надежный. У меня обе машины было.
повторюсь, 165 тысяч пробег было, я брал первую, вторую, там 235, накатал до 240 почти. Там подвеска, все было как с завода, родное, новое. Ни рычаги, там, ни сайленты, ничего, ни шаровые, ничего не менялось. Там вопрос к тому, что тут как бы владельцы в основном, да, там кто-то по трассе ездил, там особо не убивал машину, но все равно, какой ресурс. То есть 10 лет тачка ходит, у нее родные детали подвески, опоры двигателя родные, то есть там ничего не развалилось, ничего не разболталось. Салон, вот, кстати, в седьмом году, там еще косяк был, мне не нравился, не очень-очень. Но у меня такой более скрипучий пластик был в салоне, подлокотник дико скрипел, меня это реально раздражало. А вот в новом это убрали. Вот, ну, как в новом. В 2008 году у меня же тачка была просто абсолютно тишина. То есть у меня есть подозрение, что они там и детали салона подогнали, и само оформление под темную деревяшку вот эту с окантовочкой. Блин, ну он просто очень красивый. Вот до сих пор. Я в нем ездил год назад, в 2018 году, и у меня не было ощущения, что я в какой-то устаревшей старой машине простой еду. Но он реально, по ощущениям, он ничем у меня от Optima не отличался. То есть, вот я ездил, что в нем, что в Optima, вообще никакой разницы не было. Но то, что в одном там сенсорный экран, а в другом не сенсорный, это, блин, ерунда, это мелочь. То есть это не то, из-за чего стоит отказываться. Поэтому вот так вот. Реально зачетная тачка. С удовольствием еще и в третий раз возьму и рекомендую всем посмотреть, если стоит вопрос, хорошую, большую, просторную, достаточно мощную машину взять и бюджет 500 тысяч, не обязательно брать для этого Passat, Camry, Logan какой-нибудь или еще там, может, например, этот, ну вот, пожалуй, вот так я для себя смотрел, например, если мне нужен был прям седан на каждый день, ну и нет Grander, например, чтобы я брал за эти деньги, до полумиллиона, до 450 тысяч, вот сейчас я смотрю, Passat однозначно не взял бы, CC-шку бы не взял, Camry не нравится, не взял бы. Что остается? Ни Nissan, ни одни не взял бы, не нравится мне Nissan, ни то. То есть из седана все. Для меня единственное, что я для себя сделал лучше, что я мог бы взять, наверное, тех лет, это, блин, Lancer. Вот у меня... Ладу Гранта. Да, блин, нет, не Гранта, Грант никогда нет. Нафиг, не стоит она того. Зачем брать Гранту, если ты можешь до полумиллиона легко Lancer офигенный в отличном состоянии найти? Там за 420, за 450, за 500 тысяч сейчас можно офигенский Lancer взять. Еще и годом он как помоложе будет. И я так подумал, мне Mitsubishi не нравится ни салонами, ни еще чем-то. Но он реально клевый. Если нужна такая тачка на каждый день, там или по работе кататься, или просто такая, ну, типа более-менее универсальный седан. Вот я думаю, вот сейчас, на данный момент, то, что я вижу на рынке, вот для меня варианта два. Что вот прям очень нравится, то, что я считаю оптимальным, это Hyundai Grander. А второй вариант, если, извините, Грандера нету поблизости, ну, Лансер, наверное, только вот за эти деньги. Все остальное, как бы вообще, ну, ничего нету вообще вот сейчас. И не рассматриваю даже. Но. А Грандеру обязательно рекомендую присмотреться, реально очень достойная машина. И они еще пока продаются в достаточном количестве, а с ними владельцы вообще неохотно расстаются, потому что тачки, им как бы альтернативы нет. Человек сейчас Грандер, например, за 400 тысяч понимает, там за 400, за 500, вот у него есть машина, он ездит, и она и проблем не доставляет, ты уже к нему привык. Ты его соберешь и менять, ты, блин, ни на что не поменяешь, эти деньги лучше ничего не будет. Чтобы поменять на что-то лучше, вот класса, я даже не говорю про класс выше, просто новее, это уже доплачивает, там, хотя бы там полмиллиона. А если ты хочешь классом выше машины, вот дядька, у которого я брал второй автомобиль, я у него спросил, а чего вы будете брать-то вместо Грандера? Что? Ну, он говорит, сейчас если по деньгам потяну, как бы, то Genesis. И очень многие, я знаю, владельцы, они переходили со старых Грандеров на более новые 10-12 года, но тогда они еще были дорогие. А сейчас, в принципе, уже Грандер 10-12 года можно найти за 750, за 900 тысяч, вот, в такие цены. То есть, как вариант, но мне просто меньше понравилось, честно говоря, вот тут. Я несколько машин пересмотрел, и ни на один так вообще, не знаю, глаз не упал. Вообще, я в них и покатался, и сам поездил, и мне вообще не зашло. Я не знаю, почему, я очень его хотел попробовать. Потому что он, да, он внутри более современный, понятно, там все поинтереснее сделали, но при всем при этом он как-то по шумке мне хуже показался. Подвеска, кстати, у него более зажатая, и это я с владельцами, когда вот, ну, ездил смотреть, катался, они то же самое говорят, что подвеска не такая длинноходная стала, как у предыдущего, они с них как раз пересаживают. То есть тот вне конкуренция. У нового Грандера единственное, что круто, что у него 3-литровый мотор, вот это 238 лошадок, или сколько там он идет, или 245, я не помню точно. А он типа чуть еще более экономичный стал. У того 2.7, конечно, уже такой древний мотор, там куда только не ставился. Он, да, он более прожорливый. А трехлитровик на следующем поколении, он там на буквально там на 2-3 литра был по, как сказать, поэкономичнее. Это, конечно, плюс к ним. Вот, поэтому я думаю, что
тут выбор уже есть, к счастью, либо более старое поколение, либо более новое, но я бы предпочел более старое, у него просто даже линии кузова, форма гораздо более такие классические, приятные, вот мне к ним вообще не придраться было, и оптика офигенская, и линии кузова шикарные, вот все, там все как надо сделано, я вообще удивляюсь, почему у нас в нашей стране эту тачку практически не заметили, я его, причем когда выбирал 3 года назад первую машину, я даже не мог на него обзор нигде найти. То есть были на драйвах борт-журналы, были на дроме, там буквально 2-3 отзыва по этим машинам прошлых лет. И все. На YouTube залез, там, блин, вообще, там один какой-то видеообзор был коротенький, там, 3-минутный чисто обзор машины, интерьер-экстерьер. Помню, на Украине где-то вообще. Вот один обзор кто-то там выложил в салоне кто-то. И только потом уже, спустя там 2,5-3 года, значит, получилось, что кто-то там, да, там заметил тачку, на Ютубе выложили обзор. Вот единственное, что. А все, больше ничего так и не было, к сожалению. Вот такие дела. Блин, что за писк вот это? Tempted.